Давай, порчу, но на себя. Господи. Вот неудачник, а. Ага. Привет, Витёк, снова здесь. Это Dicey Dungeons. Я уже не помню, 21-я, кажется, серия. Далеко мы играем, далеко прошли. И у нас пятая дверь. Пятая дверь, у нас осталось немного человечков. Но на стриме, как обычно мы это снимаем, выиграл вор. С победой тебя, вор! Давай посмотрим, что ты представляешь из себя в пятой дверке. Как дела, дорогуша? Ты среди них единственный реалист. Не станешь ли первым, кто постигнет смысл и просто сдастся? Быть слугой не так плохо. В подсобке у нас бассейн с шариками, а на кухне по утрам дармовые пирожки. Или дерьмовые, кто их знает. Никто сдаваться не намерен. Мы пришли за победой, и мы ее добьемся. Все мы. Какое неподходящее время для чувства сплоченности, дорогуша. Быть может, все же передумаешь? Если сдашься первым, я позволю тебе каждый год на целый час выходить из подземелий. Так вечное заточение станет еще приятнее. Это, по-вашему, хорошая сделка? Что и сказать, заманчиво. Для ясности. Нет, конечно же, это ужасная сделка, но к тому времени, когда все кончится, ты пожалеешь, что отказался. Ну, ЧСВ зашкаливает. Что значит, я не прочитал, что в заходе будет. Все то же самое. Измененное оснащение и у всех плюс 10% здоровья. Нунчаки. Макс 3, макс 3. Нанести тынь урона. Ага. Универсальный ключ. Минимальная 4. Разделить кубик. По возможности на равные части. О, это у меня было уже в прошлой игре. Поехали. Хо-хо-хо. А, я еще и ворую постоянно. И 4 единицы выбрасываю. Ну ладно. 3 плюс 2. Держи 5. Держи 5. Хо-хо-хо. Не закрыл. Ну, блин, он близок. И... Походу, дело жахнет. Ты посмотри на него. Походу, дело жахнет. А, нет, неудачник. Вить пройдет с первой попытки вангую. Ну, конечно, господи, здесь все изи. Я вообще все всегда прохожу с первой попытки. Упс. Извиняюсь. Запорол. Сейчас. Твою ж налево, а? Сейчас пофиксим, погодите. Немножко бум случился, бах-бах-тарарах. Сейчас, сейчас. Я случайно схватился за граничку. Что-то все так растянулось неудачно. Сейчас я все это поправлю, погодите. Что у нас в сундуке? Пара квадратов. Выбросить 2 4 за 8. Ну, я, конечно, это возьму, но пока применение... Не нахожу. Если только нанчаки прокачать, вот это 4 будут лезть. Ну, как вариант. Как вариант. Нунчаки неплохие, кстати. Палаш. Слушай, наверное, палаш лупану по нему. А, я ничего добить никак не смогу, да? А, нет, смогу. А, минимум 4, йо. Ладно. Ну, я в любом случае выиграю, какая разница. Палаш, малаш. Держи. Щитом там обмазался. Тоже мне герой-любовник. Это пятая дверь, да, это пятая дверь на воре. Апчхи, здесь яблочко. Здесь, ну, я думаю, апчхи надо чистить. Тут без вариантов. Апчу. Шип. Ну... Шип это не то, что нам надо. Так, если я пятерку, это будет 3 плюс 2, да? Ну да, наверное, все-таки вот так.
А остатки тогда сюда сливаю. Потихонечку две четверки будем доставать. Правда, я не знаю, зачем мне две четверки. Так, у него дубля не было, это хорошо. Могу единички выкинуть. Но у меня пока ничего потребляющего единички нету. Блин, косяк. Ну, дубль на шестерках. Можно дубль на тройках, кстати, сделать. Но мне лучше туда. Да не, оно как-то вообще не в кассу мне не вклинилось. Можно на единицах, кстати, дубль на неудачном броске сделать. Но он тогда сократится на один. Да не, это не нужно. Можно дубль на четверках, но опять-таки, зачем мне все это вообще надо? Зачем я все это себе насоздавал, а? Все равно я ничего не могу туда засунуть. Повреждений мало очень. Ой, дубль есть, жалко. Ну, сейчас вообще нам понадает из-за этого. Че я такие крупные-то кидаю? Ну хотя бы шипец пришел. Ой, давай, вот это поделим. Это сюда. Бессмысленно, вот вообще вот это туда-сюда кидание. Вообще аллергия на подземелье. Ну, скорее всего, да. И даже неудачный бросок мне не спасает никак. Мне эти единицы не сдались вообще. О, я не добил. Уже может так надавать сейчас. Ладно, придется. Придется использовать. Обидно. Обидно. Что у нас здесь? Шоковая заморозка. 4 урона плюс 1 мороз. Многоразовая. Вот это нормально, кстати. Есть куда кубики кидать. Накидка. Получить 1 уменьшение. Дурман. Дублировать 1 кубик, вернуть другой. А, кидаю 2 кубика, получаю 3 обратно. Да, один сдублированный, второй просто. Вау. Ну, я бы на самом деле и заморозку взял бы. Но здесь, кстати, заморозка, по-моему, по-другому как-то работает. Да, она, что-то я слышал, она, кажется, уменьшает значение всех кубиков врага на 1. Что-то такое. Я думаю, надо заморозку. Заморозка. Во-первых, здесь зефирчик, который от льда страдает. А во-вторых, ну, снижать значение, это все равно хорошо. Снежок я у него украл еще, смотри. Давай так даже сделаю. На, держи патрон. Вот дает, две шестерки жахнул. 2, 1, 3. Учитесь, как кубики кидать надо. Что за бред? Куда мне это пихать вообще? Опять две четверки. Так, надеюсь, он у меня так не загасит потихонечку. Огненный шар. Так, 5 плюс 4, давай, может, четверку распилим. А куда мне потом двойку девать? Здесь 5 плюс 2. Ну, надо урон делать. Надо делать урон. Кстати, заморозка-то многоразовая, я забываю об этом. Опять четверка. Ну, с трудом, с трудом. Коровий колокольчик.
Максимум 2, наложить одну слабость. 3 раза за ход. А, слабость, кстати, здесь играет роль ослабления. То есть увеличивает повреждение. Неплохо, кстати. Шаровой таран. Максимум 4. Нанести тыньк урона, уменьшить отсчеты на тыньк. О! О! Вот это прикольно. Это типа если рога на отсчетах. То есть, по сути, вот то, что у меня сейчас есть, у меня же 2 отсчета уже есть. Я думаю, надо брать шаровой таран. Уже 2 отсчета есть. И на этом есть пара квадратов. Есть шоковая заморозка, уже 2 отсчета. То есть, если я буду 4-ку кидать в шаровой таран, я и это еще буду. Буду 4 повреждения наносить, и еще это и это снижать подсчетом. Ну, это вообще круто. Это вообще круто. Давай. Супер враг. А интересно, что в нем супер? Он так-то, в принципе, не слабый, черт. Получить 2 шипа, нанести тыньк урона. Угу. Ну, 4-ка есть, можно сразу затаранить пацана. Видали? Не, ну вы видали? Получить 2 4-ки. Одну 4-ку вот сюда засунуть. А одну либо вот сюда, 2 шипа получить. Либо распилить. И сюда 4 урона нанесу. А я и так 4 урона нанесу. Только еще и шипы надену. Да, давай так. Что, вообще отлично разыграл. У него только 2-ка есть. И неудачник. Еще об шипы об мои долбанулся. Есть опять 4-ка, хорошо. Погоди, а что шипы делают? Восполнить 2 здоровья при каждой атаке на этом ходе. Плюс 1 заказ, шипы восстанавливают. Понял, не знал. В принципе, то же самое делаем. Получаем 2 4-ки. Здесь распиливаем эту штукенцию. 4-ку сюда. Можно, кстати, еще раз заморозку дать. Но я лучше, наверное, на лечении сфокусируюсь. Если у меня будет бить. А хотя... Пробью я его, нет? Пробил. Идеально вообще. Слушай, офигительную штуку взял. Просто крутейшая штука. Резец. Минимум 2-ка. Значение кубика минус 1. Выбросить 1. Типа используешь, и у тебя 1 еще дополнительно появляется. То есть ты откусываешь от кубика 1, но она у тебя появляется. Берем, конечно. По идее, я фул по оснащению. Я, конечно, могу еще дурман купить, но мне кажется, это... Ну, она большая, она не влезает ко мне в колоду уже, поэтому ну и нафиг. Погнали отсюда. Где я? Ага. Рукастый мастер-осьминожка. Но тут мастера надо пробивать, потому что за ним яблоко есть. Let's go. О, опять 4-ка приехала. Кстати, гаечный ключ могу сделать 6-ку, ее попилить. На 3-ке, а зачем мне 3-ки? Не резец. Можно от 5-ки, кстати, отпилить, потом будет сейчас 1-ку еще. В любом случае, шаровой таран. Видимо, его улучшать надо будет. Давай отпиливаем 1-ку. 4-ка есть, генерируем 2 4-ки из 1 4-ки. Так. Ну, это понятно, сюда. Я вот думаю, что я еще могу сделать. Да тут как-то особо смысла-то и нет. Можно все в шоковую заморозку положить. И не париться особо. Можно, смотри, как 4-ку в шоковую заморозку. А сюда 2 урона. 4-ку оставляю, чтобы потом можно было скидыванием 4-кой щитов сразу все сделать. Ну, пулькомет нет у меня еще. Временно выводит из строя случайное оснащение. Можно заплатить 3 здоровья, чтобы снять шок. Ах ты ж гад. Ах ты ж паразит. Ну надо. 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 Есть 4-ка. Таранечек сразу.
Отлично. Давай две четверки выкинем. Пулькомет можно разрядить, не проблемка. Ну, собственно, тут уже идеально. Все использовал. 2 и 1. Ну давай попробуй. Что ты из этого? В молот на 3. Все равно мне хорошо прожарил. Молодец, силен. Ну, собственно, мы тут уже заканчиваем. Полечиться я никак не могу, к сожалению. Жалко, что он такой сильный был. Ну ладно, сейчас тут яблоко есть, это не проблема. Йо, еще один отсчет. Вот это прикольно. Давай посмотрим улучшенный сокращалка отсчета. Там, наверное, 5-ку можно будет кидать, мне кажется. В рюкзаке у меня ничего нету. Давай резец посмотрим. Значение кубик минус 1-2 заход. Шаровой таран. 2 раза заход можно будет использовать. Мать моя. Ну это просто имба, имба, имба. Шоковая заморозка. 6 урона, плюс 2 урона. Пара квадратов. За 4 две четверки. Тоже круто. Но 1 раз заход, поэтому шаровой таран тут в любом случае. Универсальный ключ. Разделить кубик, возможно, равной части минимум 2. Ну такое себе уже, кстати, не особо и нужно. Хотя иногда, наверное, может пригодиться. Нунчаком я особо-то и не пользуюсь сейчас. Кстати, вот нунчаки, универсальный ключ можно, в принципе, заменить уже. Потому что если у меня есть кубики, я их могу в шоковую заморозку кидать. Она многоразовая, я постоянно... То есть все лишние кубики, все в дамаг пойдет сюда. Я думаю, тут таран надо улучшать, как ни крути. Но я, наверное, куплю все-таки вот эту штуку. Треугольный щит. Это отсчетка. От щетки я буду сокращать. Я хочу посмотреть, как она улучшается. 10. Тоже приятно. Но улучшать я буду, конечно, шаровой таран. Тут вот, ну, просто это лучшее, что сейчас можно сделать. Я, наверное, вместо универсального ключа попробую треугольный щит взять. Поехали. Что тут у нас? Осьминожка 2-го уровня. Пробьет ли она нас? Я думаю, не пробьет. Тем более у меня крутая штука есть. Она, по-моему, травит там, да? А, нет, она слепота и бьет. Понял тебя. Маленькие выпали, к сожалению. Значения все. Ну, можно квадраты закрыть. Самому закрыть квадраты. Получить 4-ку, опять кинуть шаровой таран. Тут же сыграет эта штука. И еще 4 остается. Можно либо в бычий удар, либо как бы в треугольный щит слегка накидать. Ну, чтобы полечиться потом. Можно было... Нормально живем. Слепота. Нельзя увидеть оставшееся здоровье. Но это вообще... фигня, как будто я не могу посчитать. А, так, а щиты они что там дают? 8. Восполняет 8 здоровья в начале твоего следующего хода. Ну, мне это сейчас, кстати, и не нужно, по сути-то. Не, давай хитро опять сделаем. Вот так вот закроем. Вот так вот закроем. Нечит слепота. Ну, я не думаю, что он меня завалит за один ход в любом случае. Давай так. Ох, тем более с такими значениями, что он может сделать. Я сейчас полечусь на 8 еще. Не, удачно. Треугольный щит удачно. Его можно даже улучшить будет. Держи. Очень крутая штука вот эта вот со снижением отсчетов. То есть, ладно, если бы она просто отсчеты снижала, но еще повреждения делает. Это же так круто. То есть ты даже по дамагу не проседаешь, используя ее.
сопутствующими, там, сколько закрываешь. Вот шестерки приехали, о чем я и говорил. Ну, как вариант закрыть пару квадратов самому. Давай. А куда я потом шестерки солью? Черт, зачем я это сделал? А, ну шестерки в шоковую заморозку можно будет закинуть, не проблема. Ладно. Хотя можно было четверку-то вызвать сразу. А, куда мне идти? Так, сейчас. Даже если он мне ударит больно, я сразу полечусь на 8. Он больно не ударил. Тык, есть четверочка. Есть резец. Четверочка. Держи патрон. И еще четверочка, шестерочка. Нанести один урона, плюс один за каждый шип. Четными. Прикольно, но у меня шипов нету. Что мы закрываем? Давай, наверное, закроем вот это. И вот это. Ну, нунчаки можно выкидывать, реально. Я уже не вижу в них смысла. Все единички. Круто. Хорошо живем. Нунчаки можно сливать. Нунчаки можно сливать на какую-нибудь еще эту отчетную фигню. Тетрафобия. 4, нанести 4 урона. Ну, она очень быстро у меня закрываться будет. В принципе, так как я нунчаки вообще не использую, то чего бы и нет. Это получается на отчетах я, да? Надо резец улучшать. Надо улучшать резец. Если тетрафобия после улучшения многоразовая становится, это вообще круто, кстати. У нас здесь ничего не осталось, что купить можно. А, у меня денег нет в любом случае. Что даже яблоки оставил. Но это такая имба, ребят. Ой-ой-ой-ой. О, супер дриада. Стойкость к яду. Ой, что-то как плохо раздало. О, это яд, фигня. Ну, поехали. Сразу вдогонку. Детонатор. Где детонатор, Карл? Ну, в принципе, тут в щит и все. Очень круто. Я еще и лечусь на 8. Ну, это жесть. Хотя мне сейчас лечение-то и не нужно. Можно было в шоковую заморозку все скинуть. Так, мы ее валим уже за этот ход? Нет? О, валим. Отлично. Блин, какая легкая катка, ребят. Какая легкая катка. Я вообще уже не думаю, я просто четверки кидаю и кидаю. Обмен. Вагонетка, давай посмотрим, в вагонетке что есть. Незрелые амбиции. Порча врагу за двенашку. Ну, порча мы помним, да, это крутая штука. Подавитель сигнала, минимум 3, разделить кубик на неравные части. Ну это, кстати, прикольно, можно будет туда шестерки, пятерки сливать. Вот вместо ограночки вот этой, которая у нас есть. Ну а в принципе и универсальный ключ можно впендюрить вместо резца. Так-то они более-менее... Ну это на равные части делит. То есть две тройки, да? Та получше, она может на неравные части, она старается на неравные поделить, я правильно понимаю? На неравные части. Ну, то есть она будет там делить, типа, шестерку на 4,2. А если не поделить на 4,2, если поделить на 5 или 1? Лучше тройки закрывать резцом. Ну, я даже не знаю, что лучше, резец или универсальный ключ, вы бы что взяли? Нунчаки на разбитое зеркало поменять. На следующем ходе получить плюс один кубик
на этот бой и наложить на себя порчу. Ну нафиг, зачем мне это говно сдалось? На себя порчу. Резец лучше, кричит чат. Мне тоже так кажется, что резец пока получше выглядит. Ну давай, пацанов, кракен-сракен, жук-носорогин. А вот тут тот вариант, да? О котором я говорил. Шестерка пришла. Ну я могу 6.3 сам сюда кинуть. Появится четверка. А, здесь боевой топор еще есть, блин, его бы тоже четверкой закрыть. Жалко, резец не улучшенный, а. 6.3. Две четверки выходит. Ну, тройку можно будет в боевой топор кинуть, ладно. Ну, то, что сокращение отсчетов, как по мне, намного важнее. Ну да. Куда вот эту единичку деть? Ай, четверка у него есть, больно. На, плюха. А я и лечение не включил, да? О, сейчас идеалити. Сейчас и лечение включим, и четверки получим, и блок ему сделаем. На. Хороша. А, слушай, в сумме 16, конечно, но чуть-чуть не хватает, да, разброс. Не могу я и так закрыть. Полечиться бы нам успеть, да, с него? А если он вдарит еще сильнее, чем я на 8 полечусь? Ну так-то два мороза. Рискнуть или не рискнуть, ребят? Давай рискнем. А я в любом случае, кстати, его не пробиваю. Че я туплю-то сижу? Не, я мог бы неудачный бросок использовать, конечно. Давай рискнем. А, я там еще и закрыл ему все. Ну тогда понятно, да, точно. Все, спасение. Не прибыл, я полечился. Как было, так и вернулось. Все. Ну на, держи. Слушай, какая страта крутая, а? Ну это магия, она имба, ее надо нерфить. Она слишком крутая. Свеча. Минус одних значений кубика, потерять одни здоровья. Многоразовая. Ну не. Оставьте себе эту свечу. Ой, пятерка, шестерка. Че так много-то накидал? Давай изобретать, как обычно. Четверка. Да, шестерка. Порча врагу, кстати. На, держи. Сейчас сам на себя еще порчу положит или еще что-нибудь. Давай, порчу, но на себя. Господи. Вот неудачник, а. Под порчей накладывает порчу, но она падает на него. Поздравьте, поздравьте этого кракена, ребят. Он просто побил рекорды. Все рекорды побил. Там еще и слепота у меня отсчет был. Ёшкин. Да. Неудачник кусок. Четверки нету. Мне только слепоту и кидает. Ну и чего? Я фул хп. Мне пофиг. Интересно, сколько у него там здоровья осталось. Ух, 12 урона, на. Давай это закроем. Получим четверочки наши. А, все, победил. Боже мой. Какая-то изикаточная. Ключ с бородкой. Дать случайному кубику значение тынька. Вернуть кубик. О, размножение четверок. Но это слишком минорно. Бронзовый котел, кстати.
Отнюдь, нанести 2 урона, получить нечетный кубик многоразовый. Но я, наверное, улучшение возьму. У меня уже билд собранный, я с этим билдом пройду все что угодно. Мне нужно просто все поулучшать. Тетрафобия. Нанести 1 урон 4 раза. Понял. Понял. Вот это, кстати, под как раз таки под ослабление. Улучшение под ослабление. То есть ты кидаешь там 3 ослабления, например, и тетрафобию закрываешь, и она 4 раза по 4 урона дает. Но я не буду этого брать, конечно же. Ну тут либо резец, либо пара квадратов, мне кажется. Резец дает нам возможность шестерки в четверки превращать. Пара квадратов закрывает. Наверное, даже пара квадратов. Хотя бы одна четверка есть, все, пара квадратов выскакивает, понеслась, как говорится. Ну, я бы и то, и это все бы улучшил, кстати. Вот тетрафобия, кстати, можно заменить на другой отсчет. Я думал, тут будет там несколько раз использования, если тогда будет прикольно. Да нет, щит и так закрывается почти каждый ход. Ну, можно и щит, кстати. Можно и щит закрыть. Давай пару квадратов лучше. Лучше улучшим пару квадратов. Там не было никакого нового отсчета. Незрелые амбиции. Да блин, тяжеловато как-то 12 закрывать. Хотя... 8 я и так закрываю из них. Можно, знаете, прикупить, может там улучшение какое-то будет, потом увидеть, посмотреть, что там. Может быть она до 8 скинет, тогда прикольно будет. Порча это тоже крутая шняга. О, ведьмак. Я первый раз такого вижу, не было у меня такого никогда, по-моему. Может быть здесь еще улучшение есть в магазине, было бы прикольно. Лютоволк. Хорошо бросил. Как же я хорошо бросил. Ладно, ты бы только посмотри на это. На. Коготь максимум 3. Нанести 3 урона, добавить 1 яд. Но у меня троек-то нету. Я могу, кстати, четверку одну резцом поделать. Можно, кстати, давай. Чтобы коготь использовать. Ну а дальше все, это закрываем, это все сюда. Еще единичка осталась. Ну это круто. Как же ему не повезло, а? Он подумал, подумал, бросил эту затею. Ну тебя нафиг, сказал. Ой, как плохо. Ну можно пару квадратов закрыть 2 двойками. Да. Тройку можно сюда кинуть. Но я тогда... А нормально, чё? Там новый отсчет, правда, он мне ничего не дает. Ну ладно, фиг с тобой, лютоволк. Продамажит меня даже. Для профилактики приняли пару повреждений. Не буду тут лечиться, тут и так на других полечимся. Посмотрим, что здесь. Секретное оружие. Получить случайное благословение. О, вот это интересно. Нужен дубль. Получить 3x тынь на следующем ходе. Интересно, секретное оружие. Разбитое зеркало, вот оно, которое я мог взять, да? Ну что, заменим тетрафобию на незрелые амбиции? Так-то 4 урона всего лишь. А здесь секретное оружие. Ну, благословление, я так понимаю, это там какой-нибудь щит или какую-нибудь дичь. Мне кажется, это слабо. У меня 8 щитов приходит, мне кажется, это слабо. Я думаю, может быть, порчу взять, вот это интересно будет. Ну, может оставить все как есть. 4 урона это, в принципе, немало, причем на халяву.
просто прилетает нигде ниоткуда. Давай попробуем с порчи сходить. Ведьмак. Падающая звезда, нечто. Наложить морок. Здравствуй, морок, ты кто? Чё, темная тень. Нанести тынь урона, добавить 2х случайный статус. Ну понятно, какая-то дичь. Ну, ладно, давай, начинаем. А, я, кстати, тоже могу шестерочкой в него жахнуть, да? Ну, я, наверное, лучше щит закрою на всякий пожарный. Но все равно добавят 2 случайных статуса, это прикольно. Ой, 2 блока. Ему не повезло, да? Себе щиты, ему порчу. Ой, насрал. Это кто здесь ведьмак еще? На, попробуй выберись из этой гадости. Сам себе еще. Не, ну порча тоже весело. Ай, как. Какая незадача, ты посмотри, какая. Так, нечет. Вот нечет надо оставить. Посмотрим, что такое морок. Придется через пару квадратов играть. Мне любопытно, что такое. Нельзя увидеть значение кубиков. А, то есть морок это слепота, как раньше была, да? Но это единица вообще никуда. Можно еще единичек вызвать. И поприкалываться, типа порчу еще им на него кинуть. Мне, наверное, не буду так издеваться уж над пацаном. Да ладно. Он ничего не видит еще. Но он методом подбора. 6 урона. Слепоту и морок. Ну ты говнючка. Тройка. Единица. Ха-ха, 2 четверки вышло. Там была 6. Это единица. Это сюда. Здесь 4, а здесь что-то достаточное. Ну и так нормально сыграл, чё. Сидим, блин, никто не видит, что у кого есть. Я полечиться не полечился. Ну, честно. Он самоубился раньше, чем я полечился. Хотя у меня здоровье дофига тут этих яблок молодильных. Пошли горгулью пинать. Я, наверное, все-таки проклятие оставлю. Вот оно как, да? Вот оно как. Ну давай, неудачный бросок. Применим его хоть куда-нибудь. Получим 4 на халяву. Держи. Это точно закроем. Давай единичку отколупаем. И вот сюда. Хорошо. Хорошо. На, держи порчу. И это закрываем. Ну. Блок на себя повесил. Молодец. Резец. На. Красиво идем. Прям уже ход стандартный. Уже ничего придумывать не надо. Все придумано за нас. Я даже лавину не буду закрывать. На. Порча заморозка.
2 единицы. Сейчас 2 блока мне кубиком даст. А, себе. И мне. 7 раздал. 5. А я знаю, что я с ней буду делать. Слушай, так легко, а. Я еще на фул хп постоянно остаюсь. Так, что закрывать будем? Ну, надо треугольный щит закрывать. Тогда ничего другое не закрою. Может, приморозить его еще разок? Не, давай щит закрывать, пусть будет фул хп. А там, как говорится, пофиг. Пускай в заморозку идут. Ну, даже если он меня побьет, я все равно тут же отличусь. Хоп, незадача-то какая, еще и шаровой таран пришел. Не повезло пацану. На, еще разок. Улучшайзер. 9. Ну 9, че ж не 8, а? А шоковую заморозку я бывает по 2 раза заход использую, это плюс 4 повреждения. Ну давай ее. Скрик, нужен дубль. Немота врагу. Да что это немота дает-то? Хотя погоди, немота это же немота, это же не слепота. Я немоту со слепотой перепутал. Может и стоит. Давай попробуем немоту. Закрываем щиток. А как немота-то работает? Сейчас узнаем. Предел терпения менее мощный. А, чу! Я даже не собирался этим пользоваться. Уклонение. В общем, немота нам не нужна. Кусок говна. Поломало мне все. На тебе порчу в отместку. Немоту я не буду использовать, она не нужна совершенно. Пускай он меня немотой снабжает. Ну нафиг. Такая фигня. Раньше она хотя бы подляну какую-то давала. Сейчас пофиг. 4. О, взлет. Четный взлет. Давай. Будем уворачиваться еще. Так, это сюда. Это сюда. Сейчас он по мне не попадет, в себя попадет. Нет, меня попал. Но я полечился. Как легко катать, а? Как легко катать. Хорошо, что я взял эту магию. Собственно... Босс? Еще раз проверю, вдруг что-то интересное. Не. Неинтересное. Поехали отсюда. Опять Айфи. А, задавака. Слушайте, у него же защита от огня, а он, может, от холода страдает сильнее. Ну, кстати, погодите, у него же, наверное, измененное все, поэтому... Да я менять ничего не буду, у меня отличный билд. Поехали. Я понимаю, что у всех иммун к... потому что у них нет способностей. Ты кубик, эй-эй-эй, обожаю кубики. Разноцветные, с буковками, или с циферками, или с точечками, давай драться. Давай, 74 здоровья. Ой, как мне хорошо сдало, а. И это все, что ты можешь.
пацан, у тебя шансов нету. Мне, кстати, неудачный бросок вот в таком билде в принципе не нужен. Если бы нам 4 шестерки выкидывал, одно дело, а так... Дыхание огня еще закрою заодно. Поехали. Давай, поджог. Заморозил. Так, щиты надел. Кубик тут откромсать один, да, чтобы четверочка ушла. Еще подлил говна. Ну давай неудачный бросок сыграем, чтобы еще подлить, как говорится. Сейчас парень будет с минус 3 по всем кубикам играть, смотри. А, зажженный кубик не это, не уменьшается. И себе в лицо. Боже, какая неудача. Мне его жалко. Мне его так жалко. Кряк, лук. Давай вот так отколупаем от четверки, чтобы закрыть 8. Еще троечку. В этот раз в меня попал. Ну, молодец. Но я полечился. Так, ну все, финальный раунд, я так понимаю, да? Ну, у него не было шансов. Он слишком слаб. Должно быть, гордишься тем, как лихо справляешься в этих боях. Конечно, так держать. Давай же повернем колесо еще раз. Кто там ванговал, что я с первого раза пройду? Тут это какое-то избиение просто было, честно. Ах, как грустно, снова проигрыш. У меня здоровье не опускалось ниже 75%. Кто здесь? Огонек. Главный страх улитки. Что нравится? Американские горки. Уи-и-и. Любимая песня «Ты меня на свете разбудишь». Причина входа в подземелье. Подумалось, что выйдет забавное приключение. Оно и вышло. Позитивно. Что ж. Вор молодец. Вор клёвый вообще персонаж, мне он нравится в этой игре. Позакрывал я тут всех. Ладно, давайте вернемся в главное меню, и здесь мы попрощаемся. Спасибо за внимание, это была изейшая каточка. Ну, я сам к этому шел, сам собирал колоду, так что... Это профессионализм, а не повезло. Спасибо за внимание, с вами был Виктор, лайки ставьте, в описании ссылочку на группу ВКонтакте. Пока.